Ребята, давайте послушаем стихотворение и отгадаем, о каком времени года оно, хорошо? Листья с деревьев в лесу осыпаются, дождик уныло по крышам стучит, светлое небо с землей прощается, хмурая осень в окошко глядит. О каком времени года в стихотворении говорится? Осень. Осень, правильно. Уже больше месяца каждое утро Полины Беклинищевой начинается в этой группе. Здесь она с абсолютной отдачей проводит развивающие занятия, играет с детишками и так до самого вечера. Когда ты с ними, ты всегда окунаешься в детство. Ты играешь вместе с ними, ты бегаешь, ты развлекаешься. Это все так интересно, ты чувствуешь себя ребенком на самом деле. У Полины опытный наставник Наталья Зотко, призер муниципального этапа конкурса «Воспитатель года 2023». Наталья Валерьевна очень внимательно следит за новоиспеченной коллегой и уверена, что успех у молодого специалиста не за горами. У Полины Михайловны есть прекрасное качество, это такое, как чуткость. Без него истинному воспитателю стать очень сложно. Полина Михайловна не стесняется спрашивать совета, всем интересуется. И я, как наставник, всегда рада помочь ей во всем. И я уверена, что Полину Михайловну дети будут очень сильно любить. Это безусловно так, уверены в дошкольном учреждении номер 65. Полина Беклинищева уже завоевала детские сердца и будет продолжать постигать азы профессии. Она интересный человек, она спортсменка, активистка, человек, который старается вникнуть в педагогическую деятельность, в получить опыт практической работы. Она пришла с таким серьезным теоретическим опытом. Но и мы, как любой, наверное, коллектив, готовы помочь ей везде и всюду. Полина Беклинищева уверена, что выбрала правильный профессиональный путь. Ей нравится, что рядом с образовательным учреждением находится лес. Можно ходить в походы, исследовать природу. В планах у молодого специалиста приучить детей к спорту и активному образу жизни. На следующий год у нее уже будут первые выпускники. Но Полина относится к моменту расставания философски. Она уверена, что научит ребят отзывчивости и доброте, и они обязательно придут в гости к любимому воспитателю. Ольга Демьянец, Александр Полищук, новости 11 канала.